Отважные воины, мы рады представить вам глобальное обновление Gods and Glory. Сегодня мы расскажем вам обо всех изменениях новой версии игры. Отныне вы можете призывать сразу двух божеств разных рангов. Нанимайте воинов сразу двух могущественных богов. Исследуйте новых воинов обоих призванных богов в университете без смены божества. Получайте от обоих божеств бонусы при молитве. Станьте героем, выполняйте новые увлекательные задания, подвиги и получайте еще больше ценных подарков. Изменения коснулись VIP-статуса. Шкала достижения новых VIP-уровней была изменена. Уже прокачанные уровни VIP у старых игроков были сохранены. Обратите внимание, при получении каждого нового уровня VIP-статуса вы получите предмет VIP на 24 часа в подарок. Также мы добавили 12 уровень VIP-статуса и разнообразили бонусы, которые дают разные уровни VIP. Также вас ждут и другие приятные изменения. Была добавлена подсветка для застав, из которых гарантированно выпадет самоцвет. Новая анимация в городе предупредит, когда на ваше владение двинется вражеский марш. Добавлена возможность применения эфира к недействующим статуям. Добавлена кнопка мгновенного изучения в университете. И, наконец, добавлено окно со списком призов за прокачку уровня цитадели. Желаем вам удачи и грандиозных побед! На этом на сегодня все. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и следите за новостями. Новые интересные видео будут уже совсем скоро.